Всем доброе утро. Мы с Юрой находимся в Новосибирске. Короче, на улице минус 6. Прям уже морозно, прям тени до того. Все подстыло везде, все лужи, все холодное, это лед на дороге. Короче, двигаемся на Читу. Находимся в Новосибирске на стоянке Байкал. Сегодня какой у нас день стажировки? День 5, 6? 5, ну. Короче, 24, 29, 5 день. Вчера мы парковались, грузились. Все хорошо у Юры, все хорошо получается. Теперь у нас впереди спуски, подъемы. Култук. Короче, у нас впереди до Читы, что у нас из крупных городов Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита, ну из крупных городов. Короче, погнали, с Богом. Гололед впереди, снег, все прелести зимы, зимнего дальнобоя. Поедем потихоньку, не торопясь. Ну, ничего не шлифануло, но да, нормально тронулось. Ну и хорошо. Нам нужно еще будет заехать на шиномонтажку. У нас что-то сидит в колесе. Я думаю, какой-нибудь саморез. Вот оно спускает где-то до 7 очков. Ну и держит 7. Нужно будет заехать, короче, глянуть все это дело. Что у нас там? Сим-сим, откройся. Заехали в город Кемерово. Огромный привет передаем всем, кто с Кемерово. Короче, у вас тут зима. Ну, она уже почти везде зима, да? Че, гололед был? Пробовал уже по гололеду? Нормально? Как ощущение? Пойдет? Как утюг, как ты говоришь. Как? Ну, как утюг, говоришь. А, как утюг, но... Ну, все хорошо, посыпано. Химмаш, походу, завод. 40, смотри, там камера. Грязная дорога. Ну, хорошо, зато не так скользко. А машина вся в какашках уже, вся грязнющая. Сейчас пневмата мерзнет быстро. А, запечатлеть для руководства? Для Ютуба? Зачем? Ну, колесо меняем. Ну, я тебя могу замазать, я могу не показывать. Да нет разницы, нет. Я так маленько на YouTube снимаю. Вот он, да? С краешку. А, чё такое? Да. По чуть-чуть, да, вот тут спускает. Что-то какой-то непонятный, ни саморез, ни гвоздь, да, что-то широкое. Это... Да. Да там какой-то прям это... Ну я говорю, там что-то там на гвоздь-то не похоже, там шип какой-то, да? Саморез, по-моему. Саморез? Просто расплющило, да, этот головку? Ну, шляпу. Да. Возьми маленький, там должны быть им попов вспомнить. Раз саморез. Ну да. Ну вот сейчас вытащим. Залешь смолу полиэфирную и какую-нибудь дальнобойщику в качестве сувенира подаришь. Стажеру. Вот тебе на память оберег, чтоб колеса ничего не ловили. Наверное, этот евро, блядь, типа евро-шуруп или есть, да. Что-то, блядь, такое-то, а? Нихера там! Сувенирный самолет. Но мебель. Спалится мы. Евро-шуруп.
только мебель. А, понятно, почему Андрюха выйдет. Он в бабку шел. Ну, я подогнулся. Ну ничего, дупло не критично. Нормальное, да, дупло? Где? Да. А внизу что-то. Сашка жалуется, говорит, я устал очень сильно. Да, я что-то, короче, отвык это ездить, у меня уже плечи что-то заболели. Я проехал 4,5 часа, вот наступило время перерыва, сейчас встанем на эту заправку. Вот. И что-то я уже, короче, подустал, все отвык. Привык, короче, сажиться. Балдеть, да? Балдеть, да. По Ачинску, короче, двигаемся. Сейчас нас вот мостик ждет. Вот, ребят, вот эти все биотуалеты лежат. Просто канская обезная, все бутылки наполнены жидкостью. Думаю, несложно догадаться, какой, да? Ну вот, ребята едут, выкидывают свои биотуалеты. Вся обочина в них. Короче, Юра едет по канской обезной. Вообще жесть. Смотрите, да, снега-то вообще здесь нету. Сухая, короче, дорога обалденная. Но нам бы, короче, так до Читы доехать вообще бы здорово было. Песочек дальше лежит на подъемчиках подсыпать. Куда ее нажимаешь? Всем доброе утро, мы на Байкале. Вчера прошли Култук. Че, как тебе Култук? Блять, эмоций много. Ну такой Култук вчера был. Местами скользковато, в одном месте как бы буксанула машина, но пошла потихонечку на механике, короче, шли. А, автомат с механикой смешанный. Короче, ночевали на стоянке, прямо там у нас за домами Байкал. Вот Култук, он там спустились в Култука. И сразу на стоянку встали. Все, теперь у нас сегодня конечный пункт Чита. Не знаю, доедем до за сегодня, не доедем. Но посмотрим, загадывать не будем. Короче, погодка пока хорошая. Выдвигаемся со стоянки. Юра рулит. 1000 километров нам, короче, до Читы осталось. Вчера сразу с вечера заправились. Роснефти. Вот, короче, заправились на Роснефти и встали на стоянку, чтобы с утра встать и уже ехать. Короче, хорошие нам дороги, погнали. Вон, парни, Байкал. Вон там. О, как красиво, блин. Не было бы деревьев, вообще бы вон видать. Вообще здорово. И заснеженные горы такие, очень круто. У нас еще впереди подъемчики. Ну не Култук, но тоже пару поворотиков будет и такие подъемчики. Ну а дальше сейчас еще 15 километров вот так вот проедем. Ну может меньше. И дальше уже будет намного получше, дорога пойдет вдоль Байкала. 270 километров мы едем вдоль Байкала, а потом уходим направо на УД, на Улан-Удэ. Солнце светит прямо в глаз. Здесь едем на Кавказ. Вот там железная дорога. Придерживай. Я вчера также сидел, придерживай. Да, справа, короче, сидишь на пассажирском, очково прям вообще. Особенно на Култуке, да? Да. Ну как тебе вообще? Вкатил, не вкатил? Поехал бы сам там? Нет? Да нормально. Нет, днем поехал, ночью бы навряд ли. Подгазовывай подъемчик. Да, решили вчера ночью пройти, ну как ночью, мы к вечеру подъехали к Иркутску, думаем, пока вроде ничего сверху не сыпет, короче, пройдем его. Вот. Ну вот такая же вот она, местами ледик такой небольшой, местами нормально сухо. Ну в одном месте, говорю, там шлифанул чуть-чуть, на подъемчике прям, ну уже на верхушке, на пике,
Ну ничего, она вытянула. У нас еще такой крутой 7, по-моему, процентов. Встречай еще пониженный. На горном режиме поднимаемся, но вот еще и механикой помогаем. Да ну это такие повороты. Лайтовые, да, еще? Лайтовые. После того, вот оно. Там вот реально два вообще таких непонятных. И спуск, и один за одним прямо и крутые. Если чуть не придержать, так далеко тебя искать. Да, но аккуратно, не торопиться. Как бы еще, да, то, что гололедик такой был небольшой, горняком не попользуешься, вот и приходится на тормоза, грубо говоря, спускаться. Это вот тоже хреново. А так ничего, можно спускаться. Аккуратно. Ну, нам еще повезло, что ничего сверху не сыпало. Чего на варике. Если бы сверху снег бы шел, ой, бы задница там была. Чего, ладошки потеют? Да нет. Привык уже, да? Не, ну днем, я тебе говорю, проще. Да, да, днем. Ночью он страшнее кажется. Что ничего особо не видно. А днем попроще. Ну да, маленько там покруче повороты, спуски покруче, подъемы покруче, но суть-то ты понял. Что-то он там по встречке ямки объезжает. Но в целом-то не прижимайся к нему, хрен его знает, подсядет где-нибудь. Держи дистанцию, отпусти его вперед. Упираться в него тоже нехорошо в горах. Короче, эту местность пройдешь, уже считаю, все. Отстажировал. Нормально. У тебя хорошо получается. Машину ты чувствуешь. Ну справа, да, очково. Ну и тебе очково, да, справа, когда я за рулем еду. Будешь. Не в войне. Ты летаешь, бля, я-то потихонечку еду. Набирай скорость, подъем пошел. Он сейчас налево поворот, а потом сразу направо пойдет. Больше страшно это, то, что ты не знаешь местность. Поэтому, когда ты едешь первый раз, блин, ты еще ночью едешь, или еще если ты справа едешь, блин, то получается, что ну, вообще некомфортно. Да. Я-то уже ездил по этому месту. Но по Култуку я, в принципе, понимаю, что меня ждет. И что, допустим, хуже этого уже не будет. Мне просто нужно было понять, ну, скользко или не скользко. Когда я понял, что не скользко, ну, конечно, покомфортнее ехать. Поувереннее. Ну, один хрен я тихонечко ехал, по сути. Да, ну в одном месте, короче, пришлось под камеру пролететь. Потому что там пошел спуск, и сразу крутой подъем, и камера внизу. Ну, по-моему, она на 60 была. А если бы я не начал газовать, ну мы бы просто не поднялись там, потому что ну все равно посыпано. Ну, скользковато на вершинах подъема-то. Там уже все накатали. Ну, короче, я дал, прям видел, что под камеру 80 я прошел, но... по-другому я это не знаю, короче, я сделал так, заплачу эти 250 рублей, нежели не подняться в горку. Вот у нас, видишь, какой крутой поворотик, начинаю ее уже разгазовывать потихонечку, включая пониженную. Да как бы, когда встречки нету, можно и тут херачить. Сзади, блядь, это нет. Еще пониже включи. Вон, видишь, как по встречке заходит.
ну не подстречку, у нас две полосы в подъем. Вот так вот, ага, пошире. Вот меня тут болтает в разные стороны. Вот четенько, четенько. Она посыпана хорошо. И вот у нас еще два таких поворота и прямая. Все, поедем. Ну, более-менее прямая. Ты в это особо-то не придерживай горку. Отпусти поэтому его. Сейчас вот тут поворотик будет, так пока он вроде без подъемов, и там вроде у нас ровненько маленько потихоньку проедет, пускай он вперед уедет, чтобы не упираться в него. Такого резкого подъема у нас нет. Да-да-да, вообще шикардос просто. Блин, еще зимой еще красивее, когда листьев нет, листвы и горы белые. Летом все равно едешь, что тут все в листве, все зеленое, особо-то и не видать. Вот такую заставку сделаю. Руками машу тут, блин, перед камерой. Поздно лупились, погнали, короче, в чуты. Куда заезжаем? Вот она на камеру, короче, она не так передается. А когда глазами смотришь, реально аж не качество. А в камере она как бы и далеко, и вот это вот она не передает, короче, все, все. Вот это кайф. Вот так-то здесь, да, прям очень красиво. Сейчас нам еще будет одно место, прям там такой обзор открывается на наше. При свете фонарей просто укатанная дорога, ну вот там видно, да, что-то типа что-то было ухожено раньше там, да, ну посыпано на обочине что-то песочек какой-то, ну а вот она что, дорога. Сегодня у нас конец октября, 31 число 20 год. Вот я не спорю, ехать можно, но это же как она, дорога федерального значения, дорога, что, неужели нельзя почистить, посыпать? Всем огромный привет из Читы. Выезжаем из Читы. Наконец-то. А? Наконец-то. Наконец-то. Ну, вчера снегу навалило, а сегодня вот. Ну, это в городе навалило, а здесь сухо. Красота. Короче, едем на Иркутск. С Иркутска на Братск, с Братска пока непонятно куда. Надеемся домой. Дорожка прелесть. Да. Сейчас будет у нас впереди опять гололед, 500 километров, наверное, от Улет до, да, почти до УД. До Хилка? Не, от Хилка еще километров 100, наверное. Помнишь, мы там тоже поворотики по гололеду проходили. Ну, в основном, да, до Хилка-то прям точно, ну, она прямая будет, но с гололед. Ну,
Вася там плюс 20 вчера не шарахнулся. Всем привет. Мы идем, короче, на это, на загрузку. Грузиться будем металлом, трубой, профилем, всем на свете. Сейчас будем, короче, открывать верх. Расштаривать верх. Да, маленько раз ее толкнул. А и можешь залезть, удобнее уже оттуда будет. Так, ага. И чуть-чуть вниз ее толкаю. Еще на себя. Вот так вот. И так, рывком раз вниз. Во, она ослабляется. Все. Давай я ее уберу. А ну эту отцепляю сначала. Я их сюда повешу. На двери. Чтобы они не мешали. За раму, за планку. Вверх ее туда толкай. Ага, вот так вот. И просто вверх. Во. Теперь вот этот тросик, да, на себя. И чуть-чуть на себя. Прям чуть-чуть. Чтобы он с места сдвинулось. Во, во, во. И все. И теперь за решетку тяни ее. Да, прям с другой стороны удобнее будет, чтобы тент не цеплять. Да, вот так вот. И тяни до тала, пока она там не зацепится. Как кашу не ел. Ну, можешь с разбега. Давай вниз. До вот этих упоров, да. Еще чуть-чуть. О, хорош. Вот и все. Так, короче, грузимся сверху. Эти наши поперечные сейчас в стороночку приберем. Будем ожидать погрузку. Короче, устанавливаем конники, потому что везем металл. Да, там бывает хлам какой-нибудь застревает. У нас конников 10 штук. Сейчас так по периметру поставим. Потом уже, если что, на месте переставим, как металл будет лежать. Конники ставим для того, чтобы не разгрузиться по дороге металл. А то где-нибудь на повороте. Внеплановая, да, разгрузка. Куда, через одну где-то? Давай, да, через одну ставь. Нормально будет. Там уже по месту посмотрим, как металл будет лежать. Что переместим. Переставим. Короче, физкультура с утра.
А? Да. Нет, сейчас сначала ее за тросик, чтобы из-за защелка вышла. Да-да-да. Раз, это, ага. И вот знаешь, как удобнее? Вообще с той стороны толкать. Сейчас, подожди. Ух, ни хера, ну! Смотри. Посильнее чуть. Смотри, осторожно, катается. О! Все. Теперь идем покажу. Можно даже с земли отсюда, с пола. Вот за красную петельку вон ту. Не-не, ты. Вот отсюда тебе удобнее будет. Вот лесенка. Вот так вот, да, цепляю. И все, и вниз ее резко так раз. Так не отломи. И все, видишь, там все сошлось. Здесь угол сошелся, все четко, значит. Вот и все. Крыша самая элементарная, что можно открыть, да. И за ремень ее так сюда. На место. И все. Ничего сложного нет. Не, ну можно одну дверь закрыть, чтобы она не мешала там проезду. Все, сейчас увяжемся. Вот загрузили вот такой металл. Всякие разные. Сейчас мы что будем делать? Сейчас мы кинем. Немного тут. Три веревки кинем. Оно вот это вот, оно как бы никуда не денется. А вот такие, которые россыпь, оно может пойти. Конечно, нам тут ехать 600 километров, грубо говоря, по нормальной дороге. Никуда она ничего не денется. Но в любом случае свяжем, чтобы, короче, для спокойствия. Оно, блин, свяжешь, оно потом раз место себе найдет и все расслабится. Надо будет останавливаться через каждые 10 километров протягивать. Ну, мы, короче, кинем сейчас вот, чтобы оно в кабину просто не пошло. Здесь кинем, вон там кинем, ну и сзади что-нибудь кинем. Короче, вот эти мне самые, кажется, такие, которые могут пойти. Эти, вот, трубы.